Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Strike Force от Marvel. Так, сегодня будем открывать новых персонажей, но для начала я заберу награды, которые мне здесь доступны в данный момент. Так, здесь забрали на почте. Что у нас там на почте? Пропуск удар сезон 57. Получили жетоны с тобой, ладно. Так, ребят, ежедневные цели. Что тут у нас? Ага. Забираем это все. Опять же, ребят, проблема в деньгах. С кредитами вроде бы все норм, а вот с деньгами полная борода. Деньги здесь как вода, улетают со скоростью света. Не успеешь, как говорится, что-нибудь получить, какого-нибудь персонажа, его нужно обязательно прокачать. И, соответственно, деньги улетают только шорох. 2 миллиона, это уже, ребят, вообще ни о чем. Так, 50 звездочек забрали. Так, а у меня сколько звездочек? У меня там 150, не накопилось ли случайно? Для того, чтобы... прапать 123, а нужно 150 мне. И кого бы я, интересно, апал бы? Наверное, Дэдпула, скорее всего. Да, скорее всего, его бы. Так, ну этого что ли хламона? Ну, давай его прапаем. Потому что этих звезд у меня дофига, как говорится. Там где-то, да, 1500. Так, остальное я все собрал. Да, больше тут ничего нету. Ну что, начинаем тогда открывать бойцов наших. И первый, ребята, это будет призрачный гонщик. Так, там прогрузка идет. Что тут у нас? Да. Не кисло он выглядит. Геральт Галактуса, дух возмездия и космический призрачный гонщик в одном лице. Фрэнк Касл бороздит просторы вселенной в поисках того самого Таноса, который опустошил от жизни его землю. Надо же. Блин, ребята, а у меня с финансами-то... Вот так вот. У меня даже не хватит денег, ребята, сделать вербовку, прикинь. То есть, вот мы с тобой призрачного гонщика завербовали, а остальных-то как? Значит, что у него? Космический хлыст наносит основной и ближайшим целям 80% урона. В войнах, если у этого персонажа неполная энергия, если основная цель сдерживает или накладывает на нее блокировку способностей. Генерирует одну единицу способностей этому персонажу и всем союзникам из команды из другой эпохи, чья шкала энергии не была заполнена в начале текущего хода. И от этой атаки нельзя уклониться. Так, вторая способность — это скользящая месть. Наносит всем врагам 60% урона. Наносит на 25% больше урона за каждый положительный эффект у основной цели. Превращает два заряда положительных эффектов у всех врагов в отрицательные. Вместо этого превращает все положительные эффекты у всех вражеских протекторов. Дает 1000 дополнительной концентрации при атаке вражеских протекторов. От этой атаки нельзя уклониться, и ее нельзя заблокировать. То есть... при атаке протекторов он дает 1000 дополнительной концентрации. Офигеть. Это очень круто. Да, ребята, мне их... где заработать деньги? Давай сейчас подумаем. Так, тут у нас достижение. О, подожди, может быть, нам здесь повезет, ребята. Может быть, мы со сферы вытянем хоть... Хотелось бы, конечно, миллион получить, но это вряд ли. Ну давай, чем порадуешь? Так, угу. Ну 200 тысяч у нас есть. Я думаю, что за 200 тысяч мы завербуем еще одного бойца. Лидер. Так, друзья мои, лидер. После облучения гамма-радиации Сэмюэль Стернс превратился в суперумного суперзлодея, который легко находит уязвимости во вражеской обороне и придумывает, как усилить своих лютых союзников. Вербуем, друзья мои. 3 звезды, нормально. Так, ну что. Первая способность — это у него просчитанный выстрел. Наносит основной цели 80% урона. Второй — выследить и уничтожить. Дает один заряд регенерации персонажу и всем союзным злодеям. Наносит основной цели 100% урона. Так, регенерация — это, ребята, уже хорошо. Это уже хорошо.
Так, давай этого повысим, хламона. Чтобы он тут не мешался нам. И зеленый гоблин. Классика, друзья мои. Приняв формулу гоблина, Норман Осборн сошел с ума и превратился в летающего на глайдере и кидающего бомбами тыковками злодея зеленого гоблина. Ну, это уже, я думаю, все знают. И их, слава богу, хватает для того, чтобы его завербовать. Выглядит он, конечно, ужасающе, если честно. Ну что у нас тут? Гоблинская бомба наносит основной и ближайшим целям 80% урона. На эту атаку нельзя ответить контратакой. Это хорошо, ребят. И вторая — это маниакальный натиск. Снимает с основной цели барьер, наносит основной цели 150% урона и накладывает блокировку лечения на два хода. Если у основной цели есть оберег, вместо этого наносит ей 250% урона. Эту атаку нельзя заблокировать, от нее нельзя уклониться и на нее нельзя ответить контратакой. Слишком крутой чувак, как по мне. Так, ну что, вот такая у меня, ребят, команда пока складывается. Ну-ка, 250 тысяч нужно, чтобы поднять ему ранг. Блин, не хватает. И, короче, ребята... О, здесь еще. Опа-на. Так, мы с тобой золотую сферу взяли, да? Может быть, из этой золотой сферы... Я все надеюсь, ребята, на миллион. Лучше, конечно, 3 миллиона. Но в данном случае хотя бы миллиончик бы дали бы. Было бы уже неплохо. Так, итого 311. Я, значит, могу Локи мелкого, получается, прокачать, да? Поднять ему ранг все-таки. Подросток Локи. Окей. 142 тысячи мощей. Ну, нормально. Да, но к его команде нужно еще много кого подтянуть, если честно. Блин, деньги тут действительно как вода, ребят. Просто не успеваешь ничего сделать, как они тут же заканчиваются. Так, это все забираем. Больше тут у нас ничего нету. Так, начнется через 13 часов 55 минут. Опять, ребят, новые события будет. Я так понимаю, это вместо вот этого. Да. Так, я не понял, как, ребята, джиггернаута там насобирать. Как мне его на него накопить. Ну и фиг с ним. Давай заберем эти осколки, которые тут нам достались, блин, по наследству, так скажем. Так, здесь забрали. Давай теперь тут заберем. Здесь тоже, друзья мои, мне... Подожди секунду, что-то я... Сейчас я гляну. Для того, чтобы здесь пройти, что нам надо? Что-то нам не хватает. А! Новой, ребята, этой. Вот его не хватает. Питер Паркера нам не хватает для того, чтобы продолжить это событие. Они как-то так интересно делают, но нету его. Его то, как можно купить в магазине, ребят, за вот эти вот энергоядра. Только там дохренище нужно энергоядер. Поэтому дальше мне, естественно, пройти невозможно. А тут вон сколько событий. И все, как говорится, это в трубу улетает. У меня получается так. Подожди, нам надо вот здесь, наверное. Где на 3 звезды? На автопобеде все это забрать. Что ты так думаешь-то долго, господи, игра. Так, ну что, здесь тоже мы обнулили. И получается, нам надо еще красную энергию потратить. Хотя я тут 52, но я все равно потрачу. Давай, открывай. Да куда ты, ну куда ты, ну. Ну, зачем ты мне это делаешь? Давай на троечку переходим. Автопобеда. Поехали. Будем добивать уже зомби. Я уже решил, ребят, накопить на него, чтобы он тоже у меня был фуловым. Так, на почте пусто. А здесь... Понятно. Давай посмотрим. Ну, неплохо. 15 карточек на охотника, на Крейвена.
Это нормально. Так, что у нас, друзья мои, по... Так, подожди секунду. Подожди секунду, кого? Тебя, что ли? По идее, мне его как бы нужно еще подраскачать. Хотя бы на 15-й. На 15-й ранг. На категорию, я имею в виду. Хотя бы. Так, подожди-ка. Колсон, тебе можно же? Можно. Надевай. Такс, кому мне... Ну давай на тебя попробуем поискать. Сколько у нас там? 108 энергии, да? Я думал, есть жетоны, которые могут мне халяву дать, но не было их. Ладно, потратили с тобой энергию. Ну и получается, наверное... Получается, наверное, пока все. Так, в налете. Сделаем бой. Ну, естественно, на симуляции. Так будет проще. Прекрасно. Заберем награду. И в магазине сразу же откроем сферу. Майлз. Ну, Майлз у меня есть, блин. Его придется раздробить. Так. На сезоне, ребята, на 7-м я уже одержал победу. Ну, как одержал? Я, по крайней мере, всех вынес. Будем ждать 2-го раунда. Он начнется у нас через 13 часов. Ну, грубо говоря, через 14 часов. Надеюсь на победу и надеюсь на повышение ранга. Так, в эпических компаниях, друзья мои. Ну что, гоблина я сегодня добил, как вы понимаете, да? Следующую, чтобы получить награду, нам нужно 500. Но вот я что-то сомневаюсь, что у меня выгорит вот на снаряжение 15 в плюс пройти. А на 13 плюс слишком слабо. То есть, лучшее прохождение у меня 423 тысячи. Ну, блин. Я не потяну. Хотя очень, ребята, хочется. Очень. А вот у этих парней я не могу пройти даже, ребята, первое прохождение. То есть, вот такую мне дают команду. Полярис уже, как говорится, накрылась медным тазом. И хоть ты тресни. Выживают вот эти двое. Потом этого добивает ближе к концу. Причем здесь, видишь, бесявый Роук здесь находится, блин. Серфер серебряный, который блокирует мне лечение и тому подобное. В общем, и 70 тысяч, как ты видишь, у них 72, 74. То есть они меня просто рвут. Даже по, если смотреть по моим параметрам, у меня хоть этот силен, но они все равно его рвут. Также они рвут Канга. А про этих я вообще, ребят, молчу. Это так, сошки, их прокачивать надо. Но если по прокачке, я бы, наверное, лучше бы взял бы либо Минстоун, либо Ртуть. Но у Ртути очень мало звезд. Вот у Минстоун, да, фул звезды. Соответственно, и бонус у нее будет получше. Но ее прокачивать надо. А такой команды я не могу, ребята, осилить. Вот, которая сейчас у меня здесь стоит. Никак. В общем, я, короче, дошел здесь до упора. Думаю, может быть, успею прокачать их немножко. То же самое касается на черной кошке, ребят. Здесь меня вымораживает ртуть. Просто вымораживает, ребят. Она тут 74-й. И ртуть вместе с серфером. Че они тут творят, дичь? Если вот эти вот сосунки еще, скажем, да, 59 тысяч мощей, то вот эти два хламона мне даже не дают дойти до следующего. Ну, можно посмотреть. Мы как обычно делаем, ребят. Если мы не можем победить,
мы просто выходим из битвы, чтобы не продинамить очередность. Если нас завалят, мне придется просто-напросто все заново начинать. Ну, сейчас посмотрите. Ртуть вытворяет здесь полную дичь вместе со своим серфером. У них сразу блокировка идет, блин, лечение и тому подобное, и я ничего не могу сделать. По-моему, даже блокируют они способности, если я не путаю ничего. Сейчас посмотрим. Ну, давай ты прогружайся уже. А, началось, ребят, сразу же. Все, блокировку лечения повесил. Дальше ртуть пошла. Нормально, да? Просто взял и вырубил, блин. Ну что нам тут лучше? Как лучше сделать? Даже не знаю. Ну давай так попробуем. Ртуть, этого серфера мы убрали. Ну она сейчас вернет его, да? Естественно. И сейчас друг друга поубиваем тут. Сейчас, погоди секундочку. Да, да, да. Опять он за свой, блин. Заколебал ты уже, а. Ну, дум уже не желез. Все. Ты видел, что ртуть делает, блин? Просто врубает всех. Он достал. Это только, ребят, давайте еще поделитесь тут с собой. Вот как быть, блин? У него еще защита от смерти, блин. Заколебал он просто. Еще и блокировка способности повесил. В этой команде мне не хватает очень сильно лекаря. Мощного лекаря. Все, короче, тут надо выходить, ребят. Иначе я продинамлю вспышку, мне придется все заново делать. В общем, я тебе скажу, что Локи — это вообще ни о чем. Я имею в виду старший Локи. Это вообще ни о чем. Валят как сосунка, просто. Несмотря на то, что он такой более-менее прокачанный, но его валят, поэтому я не тяну. Значит, будем прокачивать с тобой этих персонажей. Но опять же, ребята, проблема не в прокачке, проблема в деньгах. Вот что. Проблема в деньгах. Денег нет, как говорится, но вы держитесь, да? А так, в принципе, все, ребят. Больше я вам здесь ничего не могу показать, ничем порадовать. Вкратце, вот такая вот у меня ситуация. Слава богу, трех персонажей мы открыли. Но опять же, ребята, открыть-то мы открыли. Ты представь теперь, сколько нужно финансов, чтобы их прокачать. Хотя бы до 10-го там или 12-го, 12-й категории. И сколько элементов нужно. Ну, естественно, это все будет потом, после прокачки персонажей, которые мне нужны для событий. Для, еще персонажа нужно прокачивать для того, чтобы получить последнего всадника мне. А именно Роук. А там нужно, по-моему, призрачного гонщика. По-моему, там и Майлза нужно прокачивать. В общем, хватает делов. Ну что, ребята, вот так вот вкратце сегодня я вам показал, что к чему и почему. Будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.